Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Чуть-чуть не произошло непоправимое. До Нового года мы приготовили тамбовскую колбаску. Вы помните, наверное? Если не помните и не смотрели видео, ссылку на видео я оставлю в описании этого ролика. И вот, собираемся мы на рыбалку сегодня с Ларисой, и она достает колбаску резать на бутерброды. И тут я понимаю, что мы не сняли обзор дегустации этой колбасы. Я говорю: Лариса, мы ее уже начали есть. Она говорит: да, это последняя палочка. Вы можете себе представить? У меня, в общем, я чуть не оставил вас без дегустации. Ну, как бы, друзья, я всегда... были бы лишние вопросы. А что, не получилась колбаска? Колбаска получилась. Сейчас мы ее зарежем. Последняя. Вот единственное, что, простите, было 5 палок. За Новый год все эти 5 палок разошлись. Я сегодня последнюю с боем спасал. С боем. Итак, друзья, тамбовская по ГОСТу 1938 года выглядит у нас вот так. Сейчас, как обычно, крупный план. Тоненько-тоненько, чтобы колбаска аж светилась, чтобы через нее можно было разглядеть звезды. Вот она режется. Консистенция просто потрясающая. Но я теперь вспомнил, как мы Новый год праздновали с этой колбасой. В общем, она такая. Давайте крупный план. На разрезе, дорогие друзья, тамбовская высшего сорта выглядит вот таким вот образом. Колбаса очень вкусная, с очень классной консистенцией. Ну и палочка вот так вот выглядит. Все очень красиво, чинно, благородно. Давайте пробовать. Фотография для обложки этого видео получится иллюстрацией к песне группы «Комбинация» родом из 90-х. Помните? Три кусочка колбаски. Ну вот как я сделаю из одной палки колбасы красивую фотографию для обложки видео? Так, колбаса очень ароматная. Реально, очень. Вообще... Просто, ну вот, честно говоря, я всем рекомендую, вот все стремятся к сыровяленым колбасам. Попробуйте делать сырокопченые. Мне сырокопченые нравятся раз в 100 больше, чем сыровяленые. Даже если ее чуть-чуть подкоптить, колбаса приобретает совершенно другой аромат. Я показывал, что она светится. Вообще, то есть она на просвет, вот реально колбаска светится, она настолько классной консистенции. Было бы лишним рассказывать, какая она вкусная, потому что 4 палки этой колбасы мы уже тупо сожрали. Друзья, колбаса реально очень вкусная. Я очень рекомендую этот рецепт. Она вот очень мясная. В отличие от многих колбас по ГОСТам 38 года, эта колбаса очень мясная. За счет этого получается очень классная. Но нам она очень понравилась. Я думаю, что если вы ее приготовите, используя книгу Абрама Конникова и используя, конечно же, наш видеорецепт, ссылку на который я оставлю в описании видео, можете посмотреть, если еще не смотрели. Если приготовите, вам она очень понравится, поверьте. Если есть какие-то вопросы по приготовлению, пожалуйста, задавайте их под видео. На все вопросы мы с Ларисой вам ответим. Ну и спасибо за внимание. Мы готовим для вас новые сырые колбасы. Пока!